Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Huawei P10 перейти в режим Safe Mode, то есть безопасный режим. Для этого в первую очередь надо выключить устройство, удерживая кнопку включения 3 секунды, затем нажимаем выключить. И после того, как устройство полностью отключилось, зажимаем кнопку включения и кнопку громкости вверх на много секунд и держим все время, пока не появится меню. Таким примерно образом попадаем в данное меню. В нем используем кнопки громкости, чтобы переместиться к последнему пункту Safe Mode. И затем выбираем при помощи кнопки включения. И телефон будет перезапущен в безопасном режиме. И как вы видите, данная надпись является подтверждением тому, что мы перезагрузились в безопасном режиме. В безопасном режиме функции сети недоступны, поскольку сеть — это небезопасно. Чтобы выйти из безопасного режима, просто перезапустите ваш телефон. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!